Всем-всем здравствуйте! Чисто мужская проблема, простатит. Не все любят об этом говорить. Салават, расскажите, пожалуйста, я знаю, что вы решили серьезно эту проблему, и вы можете об этом рассказать. Я, знаете, никогда не думал, что у меня будет простатит. Я всегда себя считал здоровым, что это мне обойдет, но не знаю, почему тоже прицепилась ко мне. Вот скажу честно, такие невыносимые боли. Вот идешь в туалет, значит, неприятно. Такие рели, значит, вот честно вам говорю, как крокодил за одно место взял, и вот было невозможно. Ну, мне вот в жизни всегда везло, и в этот раз повезло. Я встретил клеточное питание, я его начал принимать. Скажу вам честно, после каждого приема мне становилось легче. Уходил вот этот страх, уходил вот эта болезнь, рези, и все. А мне хотелось быстрее. Но у меня это, вот эти все чувства обострения закончились, когда больше месяца, наверное, да, все меньше. Сегодня у меня все замечательно, все функционирует. Восстановилась вся мужская репродуктивная система, я постоянно кушаю, делаю профилактику. Все функционирует, все стоит. Поэтому я, дорогие мужчины, друзья, рекомендую вам это круто. Ну, расскажите, что у вас не просто восстановилась репродуктивная система, а что-то вот такое произошло. Я в роддоме на арке сына принимал, друзья. Знаете, это как круто. Сколько вам лет уже было? Мне было 60. Вот это правда здорово. После того, когда уже, в общем, никаких надежд на отцовство не было. Не было. Правда? Все, спасибо вам большое.